Ребяточки, всем огромнейший привет. Белецкий на связи. Ну что, сейчас заехал в магазин, выдвигаюсь потихоньку к Андрюхе. Рюкзак он полный, не только еды, но везу покрышки. Уже от ЛТД моего ничего не осталось. Осталось, по сути, только вот рама, покрышки. Рама, покрышки, знаете, и вот колесо заднее в сборе. И передний обод, все. Остальная все мелочевка, остальное все распродано, уже ушло. Как ни странно, кстати, все нормально ушло, за адекватный прайс я все отдавал. Сейчас едем к Андрюхе, фотку раму выкладываю у нас везде по объявкам. Колесико уже выложил, сегодня, возможно, будет потенциальный покупатель и на покрышке, кстати. Тоже за адекватный прайс отдаем. Вот как раз я с Андрюхой чуть побыстрее досчитаюсь в плане рамы. Мы с ним и так потихоньку рассчитываемся. Вот. Так все отлично, кстати. Тут никаких моментов нету. Вот. В общем, давайте, сейчас небольшая перебивочка, встретимся уже у Андрюхи. Здесь как-то сильно шумно, погнали. Ну что, ребятки, я у Андрюхи. Здорово. А мы все ковыряемся. А мы все ковыряемся, да. И ты скажешь, Илья. Да, короче, ребят, что мы, ну, все-таки выяснилось, что действительно проблема была. Мы все про то же. В люфте ухо. между. Блин, жалко собрали. Общем, не думали. Да, не думали, не гадали. Сначала сделали, потом подумали, как обычно. Это стандартно. Правильно, конечно, наоборот, но ну, как есть. Короче, там внутри стоит алюминиевая втулочка, которая стоит в бушинге. Вот. И я ее сразу покачал, думал, как бы, ну, вроде люфта нету. Решил, что проблема не в ней. Казалось, что проблема все-таки в ней. Микролюфт был. Пришлось между этой алюминиевой втулочкой и вот этим вот, ну, там, короче, бушинг. Вот он, белый вот. Виден там, белый. Да, такой. Да, это вот. Бушинг, который запрессован в шток амортизатора. В него вставляется втулочка, а уже во втулочку вставляется вот этот вот винт. И между ними был микролюфт, микролюфтец такой, очень микро. И мы ставили тупо полосочку, половинку этой полосочки прочного скотча. Ну, это такой, почти как пластик, что ли, такой скотч хороший. Строительный. Ну, он, да, я его для бескамерки использую. То есть, по сути, это бескамерная лента, она вот такая. То есть, она не тянется, ничего. И, в общем, этого оказалось достаточно. То есть, вставили с небольшим натягом, но как бы втулка, она крутилась. То есть, все нормально. Сверху надели колечки. Все, люфта нет. Вообще люфта нет. Вообще люфта нет. Новый велосипед. То есть, да. Да. Как и должно быть. Да. Ваймы, однозначно. Егору привет. Блин. Красавчик. Ой, колеса уже нет. Ушло. Минус один. Я бывал раньше, что я раз в полгода покупал шоколадку, ага. И полгода хватало. Жесточайший, я бы тебе сказал. Ну, так, у меня со сладкими такие же отношения. Ага. Я вот сейчас съел батончик, и мне все, мне больше не надо. Ага. Молодцы. Могли бы дома сидеть. Ну, придумали себе, я же трамплинчик сделаю. Угу. Хоппер. Поддоны рулят. Thank you.
музыку свою слышу. Не слышу. Слышу, не слышу. Говорит, периодически. У меня как шостер, такой тихий-тихий. Классно звук. Но. Ну так, на аккуратненько хотел. Вперед туда. Не, хотел по этим. По ступенькам съехал бы чуть увереннее. Хотел именно вот по этим. Просто есть такое, как будто чувство, как будто я цепану, понимаешь? То есть, ну, руль типа широкий, надо привыкнуть чуть-чуть. К этому надо привыкнуть чуть-чуть, да. Назад скидываться? Ага. Там позволяет? Чего? Могу, во, нормально. Попробуй. Но, понял. Котиков много. Кормили там котиков справа. Тут прикольные коты. Ну здесь деревенька рядом, должны быть всегда. Ну, мышей ловить. Коты вальтовые. Нормально мы там въехали сюда по часам. Я забыл ключи, сейчас пришел по тренировку. Там, ну, по времени, да. Да, угу. Нормально, там 6 часов что-то такое было. А у тебя не показывают часы? Показывают, но сейчас. Не, просто знаешь 13:40. Так. А, ну нормально. До 8 идут, час 20. Ну, чтоб в 8 выехать на всякий. Кругов 2 сделаем. А? Кругов 2 сделаем. А, поехали. Можем и тут. Ну, поехали в третий уже, да? Как хотели. Так. Хватает локации. Ну вот как контрик разбурили тут. Вот так интересно. Я так как в начале сезона я приезжал и просто по контрику отрабатывал. Ну, реально вот как бы контрик нужен. Он многие блоки налево. Ну, можно понять, конечно, какая пожароопасная ситуация. Конечно. До сих пор стоит. Есть, ограничения, да, на посещение лесов. Это дело такое, сам понимаешь. Блин, я как помню, за вами тут еле-еле успевал с Егором. Когда, помните, вы меня ждали? Мы еще пили чай со Сникерсом, на делянку заехали. Это один из первых роликов. Наверное, самый первый, да? Наверное, даже да. Вот так вот, блин. Мы можем поехать там на сложный сразу спуск. А можем на более легкий. Ну, поехали куда? Куда-нибудь. Может быть, кстати. Это мы выйдем сейчас на трамплин туда?
В лесу хорошо, прохладно. Это дерево убрали. Да-да. Трамплин побольше стал. Ух ты! Надо было, блин. Нормально. Оттормаживаюсь, правда, позабывал все. Приходится. А? Самый прикол, что у меня очки текут, плохо вижу. Ну прикольный объезд такой, техничный. Ну это когда болото. А болото здесь всегда, когда... Когда дожди. Даже не когда дожди, а просто когда нет завтрака. Стекает рассеи. Но. Да, май такой. Мы через день поливать ходим. И вот такие сейчас снимают, пацаны. Ну прикольно, да. Хорошенькие, но такие. Да, надо правильно заехать. Но. Вот это да! Какая встреча. Какая встреча. Я звоню, звоню, а ты глухоперс не слышишь, блин. Никита. Ну так я снимаю. Здорово. Здорово. Снимаю, снимаю, да. Потому что последний еще разок с тобой, ну, прокатиться, значит. Тут 10 минут, Саша, успеем. Здесь другое место, ну похоже мне. А, здесь я упал в том году. Здесь? Не, я упал на асфальт. Да? Я упал там уже когда спустил, я поворот по асфальту. А, ну да, 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 асфальт был точно. Как ты хочешь сказать? Ну да, ты слышишь на асфальте. Я тебе скажу, что сучит на асфальт, он для всех опасен. Виталик молодец, решился все-таки. А? Решился приехать. Ну, нет, он не ну, ты же говорил, у тебя планы там, но получилось это хорошо. Еще катнем побольше вместе, ему. Что? Может, ты микрофон на хартели никогда не сядет? Кто не сядет? На хартели. Кто? Ты. Чего? Ты с подвеса привык уже, наверное. Ну да. Но я не хочу с подвеса слазить. Я не против хартела.
Это своя тема, но подвес, блин, это кайф, реально. Да нормально, 15 килограмм весит. Пока что. Я сам тяжелый, понимаешь? Куда мне легче? Я зато не переживаю ни за что. Ломи теперь за этими лосями. Да, инструктаж для всех. Виталику немного тяжелее там. Ну чуть тяжелее на харде. Трясет. Чуть трясет там просто. Едет, едет. Я не слышу. Да. Да, да. Налево. Вот здесь, здесь, здесь. Здесь. А? Не. Thank you.
Блять, меня выносит. Ух, как меня выносит. Какой он офигенный. Когда там прыгаешь, ускоряешься, вообще ты... А пить хочу очень. Тут ощущение, что ты летишь. Так я вылетаю вот сюда. Да. Мне приходится тормаживаться. Не, ну там даже прыгаешь на этом, на валенке. Классно прыгнуть, кстати, на нем. Классный этот дропчик маленький. Так я на ЛТД там проезжал. Шашлычками пахнет. Я буду долго гнать велосипед. Тю-тю-тю. Никогда не отчаивайтесь, если вы отстали, как я. Я еще их нагоню в свое время. В том году я вообще, ребят, стухал по жести. Я думаю, я это вставлю, потому что эти лося с опытом. А я только учусь. Прыгать так все вместе уже. Да. Я за тобой сегодня рискнул, вот это да. Виталий, конечно, дерево было, он будет брать левее, тебя не видит. Ладно, дерево. Давай, 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 вперед. Время, время.
Ох, обалдеть. Впритык прям, пацаны, успеваю. Бля, я в лосе, блин. Ты еще на треке? Охренеть. Ну да, я во второй. Вот сюда сейчас. Все, Сань. Бля, мужики, спасибо, проводили. Давай, Сань. Вы лоси, жесть. Я... Чего лоси? Вы лоси, мужики. Все, спасибо, парень. Кайф. Круто, потренили. Все, успеваю. Спасибо, мужики, кайф. Все. С кайфом. Спасибо всем за просмотр. Я просто втух немного. Вы соврать не дадите. Ну, буду. Потренили, все супер. Покатались. Третий лес тема, слышь? Ты наконец-то протестил, по-нормальному протестил подвес. Класс. Магниту сейчас закроется и давай, все. Да. Все, мужики. Давай. Давайте. Давайте, все, на связи. А я не против. Надо как-нибудь устроить, кстати. Надо ночевку устроить как-нибудь будет. Но. Да. Ну и на следующий день потом поехали опять. Ну скажешь там как, да. Я еще в отпуске, но. Подберем день, чтобы с Виталиком побольше, но. Ну, кстати, да. Как там что будет, но. Минута. Спасибо, я уже легче стало, Фась. Я все выпил просто. Виталик, вы нахимичены. Спасибо, Виталик. Химическая вода. Вода на химии. Но. Это простая вода. Ага, химия чувствуется, да. Привкус остаточный какой-то. Я думаю, там креатин, лизин, там что-то. Среднего подняли после леса. Все, давайте, мужики, давайте.